За полдня обследовали территорию в сотни километров. Сегодня в необычный экологический рейд на специальном поезде отправились сотрудники Росприроднадзора и Минэкологии Республики. В числе попутчиков, и это уже становится доброй традицией, съемочная группа РЕН-ТВ «Набережные Челны». Предлагаем вам эксклюзивный репортаж, что называется «Прямо с колес». 193 пикет 4 убрать лоток ПЧ с правой стороны. Так на своем профессиональном языке они описывают встреченные по ходу движения недочеты. Члены комиссии тут же фиксируют координаты и вид нарушения. Такой рейд экологи проводят во второй раз. Около 250 километров от станции Тихонова до Бугульмы. И на всем протяжении дороги защитники природы обследуют территорию железных путей и прилегающих местностей. Что не успеет зафиксировать глаз, запечатлит камера. Кроме охранников природы, на борту экологического экспресса представители РЖД и администрации районов. Мы фиксируем нарушения, значит, их обсуждаем и потом информируем администрацию. Ну, кроме того, что они сами уже фиксируют и сами принимают к исполнению все нарушения. Например, те, что попали в поле зрения уже на территории набережных Челнов после проезда по плотине ГЭС. Видно, что в районе городского парка вдоль железной дороги есть определенное количество мусора, необходимо провести санитарную очистку территории. Гаражные кооперативы, которые примыкают здесь же к железнодорожным путям, тоже не очень привлекательный вид имеют. Пассажир, когда едет в поезде, он должен видеть приятную картину, а не груду мусора, бардака вот этого. Поэтому, естественно, это дисциплинирует и нас, и при помощи вот Росприроднадзора дисциплинирует те ближайшие предприятия, которые расположены рядом с железнодорожью. Первый такой железнодорожный рейд год назад показал свою эффективность, отмечают защитники природы. Заметно, что число нарушений на этом же маршруте поубавилось. Подобные рейды будут проводиться и в последующих годах, пообещали экологи. Наша съемочная группа покинула поезд на станции «Круглое поле», но комиссия продолжит свою работу вплоть до Бугульмы. Ольга Шапкина, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.